Два года назад я работала в казино у одного очень богатого человека. В тот день все пошло не так, начиная с первой раздачи. Только что ты проиграла уйму денег. Ты отдала мне право на свою жизнь. Я подарю тебе весь мир. Сделаю хозяйкой всего этого. Ты должна мне! Говорят, ты устроился к нам на работу в поисках девчонки. Ну и зря. У нас только теряет. Я так долго искал тебя. Где ты была эти два года? Мы друг друга знаем с детства. И постоянно ты отталкиваешь меня. Я люблю тебя, Алия! А если я королева, то все остальные мои подданные? Все-все? Все-все, и весь мир будет у ее ног. Я тебя не отдам. У меня начиналась совсем другая жизнь. И в ней не было места для любви. У тебя узкая специализация. Прицелилась, нажала на спуск. И не задавай лишних вопросов. Зачем ты это сделала? Почему снова он? Влюбленный волк. Больше не хищник. Я тебе покажу, что такое казакша-кобелец. Пойми, ведь свобода и любовь дороже денег.